Дорогие мои ребята, сердечно поздравляю с праздником. Христос родился, Бог родился. Ура! Да, именно ура, правильно ты сказала. Ну что, я очень рад, что мы опять собрались вместе, и все праздники мы вместе проводим. Это радость большая. Ну а сейчас, конечно, мы всегда в восторге, я лично, как настоящий, в восторге того, какие красивые концерты вы организовываете. И рады тому, что вы окрепляете, дорогие мои. Это воздаст, несомненно, вам за вашу доброту, за то, что вы, может быть, время теряете, кто-то скажет, да, я себе дома поспал. Нет, нет, родные мои, мы приносим радость вот этому отличному коллективу людей. Да или нет? Да! Не ослабеваем в наших молитвах. Благодарим Господа за то, что Он родился нас ради человека, нашего ради спасения. Вы все это знаете, вам преподают. Вы, слава Богу, исповедуетесь, причащаетесь. Ну, так и будем продолжать жить. Родители довольны с детьми своими? Да! Точно так вас папа сказали? Да! Да, Боже. Да, правильно. Нравится сюда приходить вообще или нет? Да! Вот нравится сюда приходить. Еще раз, с праздником, дорогие мои, не буду больше время занимать. И наслаждаемся концертом, который сейчас будет прекрасный концерт.
Thank you.
произведение, написанное Листом, называется «Преображение Распутина» в 1880 году. И так и называется «Праздник преображения Господа нашего Иисуса Христа». Исполняет Андрей Ферра. Исполняет алтарь.
известен именно своими полонезами, вальсами, мазурками. Ну вот и один из таких вальсов, я немного бы сейчас Thank you.
так, как ясно белый день в ночи, то младенцу в ясли шлет звезда лучи, стало плотью словом.